Приветствую вас, братья и сестры, всем, кто на канале Евангелие в последнее время. Добрый день, добрый вечер. Я долетел, слава Господу. По милости устал очень сильно, но уже в офисе моего друга Петра, в рабочем его офисе. И он меня встречал. Ну, еще пару часов есть перед первым служением в церкви, которое, дай Бог, состоится чуть попозже. Но пока есть время, решил выйти в эфир и записать одно видео, не знаю, как оно получится, всегда планируя короткое, но не получается. Может быть, это действительно будет коротким. И это видео как бы ответ на вопрос моих друзей, знакомых. Хотя я всегда говорю, я излагаю свою точку зрения. Я делюсь так, как понимаю, так, как молюсь, рассуждая и наблюдая за тем, что происходит в этом мире. И, конечно, я рад поделиться. И очень часто, может, даже больше, я рад, чтобы я ошибался. Тем более, я не пророк, и один человек мне сказал, не говори так, но я должен говорить, потому что я действительно не пророк в плане понимания, кто такие пророки. Я только делюсь, и как человек, конечно, могу ошибаться. Но я делюсь. И, конечно, многим также не нравится так, как я делюсь. Хотя я всегда привожу примеры и говорю о библейских уроках, об изучении книг Библии, о пророческих книг, книги Откровения. И мы делимся, и ничего такого нет. И я просто не могу понять. Ну как не могу понять? Уже понял, что, к сожалению, у многих задевает чисто плоть. Национальная плоть, и мне нравится слышать то, как многие понимают не так, как они хотели бы, и в своей гордости, национальной гордости, они не то что не воспринимают, они не хотят соглашаться. Если вот так будет, они не хотят соглашаться с волей Божьей, с тем, как Господь предопределил, если, конечно, будет так, как вот не они думают. Но это ничего не изменяет. Хотя из-за этого у меня проблемы. Говорю так, как оно есть. Но Господь моя защита, и Господь моя охрана, и Господь одесную меня. Хоть и может сделать человек что-то и мне, хотя Давид сказал, что сделает мне человек. Но если Господь действительно будет меня хранить, никто мне ничего не сделает. Я так же, как Давид, скажу, что сделает мне человек? А если Бог решит, то, конечно, человек сделает, но никогда не сможет отделить меня от Бога. Поэтому, зная, кто Господь, и что Он сделал для меня, умерев и за меня на Голгофском кресте, и воскреснув и для меня, для моего оправдания, заплатив за мои грехи, тот, кто есть воскресение жизни, Иисус, Иешуа, Господь, я знаю, куда я иду. Поэтому, с одной стороны, не то что страх. У каждого из нас, у большинства, у нас семьи и дети. Переживания, конечно же, есть. А с другой стороны, слава Богу, Господь убирает и забирает всякий страх. Вот только бы страх Господень бы сохранялся в нас. А начало мудрости – страх Господень. Поэтому помоги нам, Господь, в это последнее время все же научаться в Боге, чтобы оставаться верными, и да, и не бояться людей, но стоять за правду. Вот если и страдать, а страдание – часть нашей жизни, ну, если во Христе, и только во Христе, вот тогда
благословение, чтобы только мы не страдали за наши согрешения. Сохрани нас, Бог, и помилуй, и прости. Но мы благодарны вам, что вы с нами, благодарны, что вы молитесь, поддерживаете это служение в самом главном, именно в провозглашении слова благодати, провозглашение пути спасения. Вот это самое главное. А то, что даже если мы будем что-то знать, или получим откровение, или вот так случайно совпадет, да, и даже какие-то тайны, если раскроются или откроются, оно не столь важно, сколько быть в Боге и познавать именно Его в простоте, да, вот драгоценная жемчужина, как наш брат Павел сказал, что он посчитал все за счетою ради познания превосходства нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы не забывали, что не золотом и серебром искупленной суетной жизни преподаны нам отцами нашими, но драгоценную кровью Иисуса Христа, которую Он пролил на Голгофе, кровь Христа, которая победила дьявола, разрушила его планы, кровь Христа, которая защищает и нас, и сегодня, и кровь Христа, которая очищает и нас от всякого греха и неправды, когда получаем милость и исповедуемся. Пусть Господь благословит всех нас, и особенно тех, которые не знают Иисуса, успеть покаяться, хотя Бог знает, ибо спасение зависит только от Него. Покаяние – это милость Божия. Ну а нам остаться верными, чтобы мы не сидели на своих местах, особенно здесь, пока еще в теплой Америке, но все же шли и по тем дарам, которые мы имеем, талантам, провозглашали путь спасения, напоминая людям, что Бог призывает их покаяться и веровать в Евангелие. Поэтому благослови вас Господь за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Ну, а хочу ответить на один вопрос. Это видео, не знаю, сказал, как оно получится, короткое или не очень. Вопрос Карабаха. Меня спрашивают в последнее время, что там будет. И я отвечу. Отвечу так, как я понимаю, как я вижу, не то, что вот сегодня, то, что происходит в Карабахе, или то, что было пару десятков лет назад, но в сути, наблюдая и за другими событиями в мире, и особенно за Израилем, которые являются самыми точными часами Бога, понимание о последнем времени. Кто-то спросит, а при чем здесь Карабах и Израиль? Ну, скажу так, что все это действительно все же цепочка, и Писание об этом говорит. Но если коротко, начну с того, что скажу, что войны только будут умножаться. Только будут умножаться войны. Иисус об этом предупреждал. Будет и голод, и землетрясение. Мы уже видим и стихийные бедствия по местам. Но сами войны, они будут умножаться. Еще в более жесткой форме, которые приведут к Третьей мировой войне. Да, я считаю, что будет Третья мировая война. Но я разделяю Третью мировую войну, которую я называю войной Гога и Магога от Армагеддонского сражения. Хотя, если возвратиться опять к вопросу Гога, то очень сложно. Все равно это сложные главы, 38 и 39 главы, но война Гога до тысячелетия и, считаю, до последней седьмины, до воцарения Антихриста. И то, что 20 глава книги Откровения говорит о Гоге и Магоге как о народах четырех концов земли, я уже объяснял, у нас много видео, совершенно разные действия, то, что Иезекиил говорит, то, что в Откровении сказано, это совершенно два разных события. Одно до тысячелетия, а другое после
тысячелетия. Но если взять до тысячелетия, и я также считаю, что Гог – это представитель России. Я не буду сейчас говорить об Антихристе, о сложной главе, как Россия поведет, потому что я вижу Третью мировую, как также исламскую войну. Сразится ли Россия с исламом, или ее попросят защитить от ислама, или потом Россия, победив ислам, возьмет ее как бы под себя и потом будет атаковать Израиль, мы увидим. Но все же я думаю, что Антихрист не из России, нет. Но я говорил, может ли быть Гог и Антихрист с одной стороны, мы увидим. Я считаю, что нет. Но мы увидим. Главное, я сказал, если касаться этого вопроса, то, что Россия является одним из самых, я хотел сказать, самый главный игрок, в кавычках, один из самых главных игроков, да, в истории Бога. И да, Россия будет идти дальше. Может быть, какое-то зачище будет сейчас в войне в Украине. Но мы молимся о мире, потому что это наша часть, как христиан. Сказано, блаженны миротворцы, и мы должны молиться о мире. Верю ли я, что будет мир? Нет, конечно же, я не верю, но я должен молиться. Если будет хотя бы некоторое зачище, но в сути молитва за покаяние людей. Трагедия тогда, когда люди умирают без Христа. И вот об этом я молюсь. Об этом я молюсь. Но я должен молиться. Но в поклонении Господу и на все Его воля, я сказал, еще раз скажу, войны только будут умножаться. Итак, Карабах, приготовьтесь к войне. Плачьте о себе. Грядет страшная война в Карабахе. Я сейчас не буду вдаваться в историю этого конфликта. Я не буду об этом говорить. Я не буду касаться особенно Азербайджана, Гулистанского мира, потом Туркменчанского мира, как эти 10 ханств, которые были в составе Персии, оказались в составе Российской империи. Я не буду касаться этого вопроса. Я хочу просто сказать, что у Азербайджана шанса нет. Азербайджан пойдет. Азербайджан очень сильно связан с Турцией. И мы видим тюркские государства. И мы видим желание Эрдогана воссоздать Туран. Но Российская империя ему это не даст. Поэтому я вижу войну России с Турцией. Это дело ближайшего будущего и падения Турции, что, в принципе, приведет к Третьей мировой войне. То, что сейчас делается, это очень интересная тактика президента России. Он ослабевает страны Европы, блок НАТО, который он просто разрушит. Почему? Потому что Турция также выступит против Греции. И это тоже в ближайшем будущем. Вот только вопрос, мы говорим о Карабахе. Вы знаете, где истоки Евфрата? Об Евфрате немало сказано в Писании, особенно последние дни. Они именно там, да? Это Турция, Сирия, Ирак. Именно там истоки. И ангелы, о которых сказано, именно будут развязаны именно там. Да, я считаю, что с войной против Турции начнется Третья мировая война. Но что с Карабахом вспыхнет эта война? Сегодня мы видим интересное положение Армении. Как Армения себя поведет? Потому что Армения – это естественный союзник Российской империи. Ну, так сложилось исторически. Но сейчас очень много... Также вот в том числе премьер-министр Армении, они как бы не хотят с Россией. Уберут его, не уберут, согласится, какие-то условия Россия предложит, или что там будет, добровольно или насильственно, это я не знаю. Но я знаю, что война там будет.
Но Азербайджану шанса не будет в этот раз. Почему? Потому что еще Иран. Я думаю, Россия с Ираном разделит Азербайджан. Я так думаю лично. Кто-то скажет, а Турция? Турция тоже будет разделена. Будет ли это все вместе за как бы одно или из-за одного действия? Турция вмешается в войну за Азербайджан? Или уже будет конфликт с Грецией? Или Греция вмешается? Но ни у Турции, ни у Азербайджана шансов нет. Я уже сказал про тюркские государства. Поверьте, они не вступятся за Турцию. Они не вступятся за Азербайджан. Нет. Но Российская империя должна забрать Кавказ, Южный Кавказ под себя. Но это не то, что вот заберет и все успокоится. Войны только будут умножаться. И вот когда в войну, действительно в войну вступит Турция, тогда это будет практически началом или продвижением, или приближением к Третьей мировой войне. Это мой ответ на вопрос, будет ли война в Карабахе. Поэтому каждый человек верующий, неважно, как христианин в Армении, их намного меньше христиан в Азербайджане, мы должны молиться просто о душах. То же самое, как вот это землетрясение, которое унесло почти 50 тысяч человек в Турции. И, наверное, почти все они были мусульманами. Я не Бог, но по Писанию одно имя дается человеком под небесами, которым надлежало бы спастись, и о них нужно плакать, потому что они умерли без Господа Бога, без веры в Господа Бога Иисуса Христа. А сегодня напряжение в Карабахе, оно нарастает. Хотя оно и как бы и ранее было так, но после последней войны, как ее называют 44-дневная война, когда Азербайджан, скажем, большую часть Карабаха забрал, но вошли российские миротворцы. И понятно, что долго они миротворцами там не будут. Хотя и сейчас они там никакие миротворцы. Сможет ли Россия осилить все это, учитывая то, что они застряли в Украине? Я скажу, что сможет. Я не знаю, что Россия будет дальше совершать в Украине. Я не удивлюсь, что Россия применит и атомное, ядерное оружие там, но Россия пойдет дальше. Этот союз плюс Китай. Интересно, как Китай себя позиционирует на сегодняшней политической арене. Этот договор, они как посредник между Саудовской Аравией и Ираном. Хотя интересно, когда Гог пойдет, и Писание говорит, чтобы награбить. Ну, а Россия, в принципе, мы знаем, я не говорю о простых людях. Еще раз, я говорю о правительстве. А правительство всех государств, в принципе, одинаковое. Но сказано здесь в Писании, что Сава и Дедан, они скажут, почему Гог пришел. И они говорят, ты пришел, чтобы награбить. Сава и Дедан — это и есть Саудовская Аравия. И, скорее всего, когда будет война против Израиля, Саудовская Аравия, скорее всего, возьмет нейтралитет. Но на сегодня только две страны, которые могут, в принципе, возглавить народ, это Америка и Россия только. Но Америка пойдет. Я думаю, что Америка пойдет сразу перед последней седьминой. Америка не станет частью нового мирового порядка, как государство. И Израиль останется практически один, на один с Гогом. И вот тот, который якобы защитит, в кавычках, Израиль, вступится, он и есть антихрист. Тот, который будет позиционировать себя как самый лучший друг Израиля. Но это на самом деле самый страшный и последний враг
Израиля. Я хотел бы немножко познакомить вас с некоторыми статьями, просто для рассуждения. Еще раз хочу сказать, война в Карабахе будет, Азербайджан потерпит поражение, потому что войну вступит Россия. Войну вступит Россия, войну вступит Иран. У Азербайджана шанса нет. Да, Россия восстановит свою империю, как назовет, какие страны туда войдут. Россия будет в союзе с Китаем. Кто-то говорит, Китай, наоборот, нападет на Россию. Потом говорят, они помирятся, соединятся. И вот это будет страшная сила. Это возможно. Кто-то говорит, наоборот, они вначале будут в союзе, а потом Китай нанесет удар в спину России. Я так не думаю. Если у них будет конфликт, может быть, будет конфликт, но потом все равно они будут вместе. Хотя посмотрим. От красного дракона можно ожидать все, что угодно. Но все же Гог не Китай, и Антихрист не из Китая. Итак, еще в 2022 году, Семен Багдасаров, очень интересная личность в России, медийная личность, владелец там, как, я не знаю, каких я уже забыл, ресурсов, но непростых медийных в России, он сказал так, что Южный Кавказ нужно опять возвращать, мы на это имеем право, Россия вложила туда огромное количество средств и людских жизней, 200 лет вкладывали в Южный Кавказ, более 200 тысяч русских солдат и офицеров погибло за все эти годы. Но как погибло? Пытаясь захватить Южный Кавказ. Об этом он не говорит. Когда была война с Персией, я уже упомянул Гюлистанские и Туркменчатские мирные договора. Мы еще можем вспомнить генерала Цицианова. Я не хочу вдаваться в историю, но я читаю дальше. Мы не можем сказать «мир во всем мире», а теперь делайте, что хотите. Нет, так не пойдет. Настало время других совершенно решений, жестких, конкретных. Пряник не получается, пряник, кнут получается. Но чтобы это было, мы должны консолидировать наши возможности с Ираном. Иран также не заинтересован в том, чтобы на Южном Кавказе определилась какая-то натовская структура. Ну, в принципе, мы все более отчетливо видим сегодня этот союз Россия, Китай, Иран. Кто-то сказал, ну и Турция. Вот Турция, если была бы полной, как бы уже видно. Я не думаю, что Турция. Я уже сказал, что Турция будет поражена в войне с Россией. И там, я также не удивлюсь, если Россия применит ядерное оружие против Турции, потому что Турция одна из самых сильнейших армий, считается второй. А в НАТО, но когда они вступят в войну с Грецией, практически НАТО будет расколот. Это то, что сегодня, я думаю, президент Российской Федерации задумал. Посылание столько оружия в Украину и ослабевает Европу в этом плане. Но понятно, что Бог все держит под контролем. И, в принципе, совершается то, что Господь предопределил. Так должно быть. Я просто хочу сказать, что судьба Армении в этом плане, я сказал, она будет с Россией. Скорее всего, именно Россия поддержит Армению, и Армения вступит в союз. Это, я сказал, естественно для Армении. Но мы просто должны понимать, и если кто из христиан, армянских христиан, они должны понимать, что это такое вообще для Армении как государство, и именно в состоянии, в положении именно перед Богом. Хоть мы и видим Азербайджан как мусульманская страна, но с другой стороны Бог смотрит немножко на другие детали, другие моменты и мотивацию. Поэтому и армянские христиане в основном, действительно рожденные свыше, просто должны молиться и в первую очередь о том, чтобы и в Азербайджане, если кто-то считает Азербайджан врагом, а азербайджанские христиане считают людей армянского происхождения врагами, но обращаясь к христианам, молиться. Мы должны молиться друг за друга. Далее, что я хочу еще
последние новости. Я сказал, что напряжение нарастает. Опять Азербайджан с Арменией. И Иран хочет перебросить до 1000 бойцов в Карабах. Это связано с Зангезурским коридором. Там и Израиль стоит, который союзник, кстати, Азербайджана. Хотя тоже не случайно, азербайджанское, если мне известно, руководство на сегодня тоже связано с евреями, и происхождение тоже есть у них, и родня еврейская, но неважно. Если взять турков, допустим, из истории, то там вошло очень много евреев, которые приняли ислам. Тоже Кемаль Ататюрк, который родился в Салониках, это Греция, он был, многие говорят, еврей, который стал мусульманином. Да, очень много, говорят, по сей день все эти мусульмане, кроме Эрдогана, правда, потому что он считается грузином, мусульманином, но остальное руководство, очень многие в Турции на самом деле являются еврейского происхождения. Но это не важно. Это не важно. Мы видим, что взрыв, он просто нарастает. И если даже учитывать, что в Иране проживает, говорят, до 30 миллионов азербайджанцев, оно не поможет, если даже вспыхнет восстание, хотя они, азербайджанцы Ирана, большинство за свою страну, как бы, очень религиозные и настроены против светского правительства Азербайджана. Поэтому Азербайджан будет разделен, война страшная придет в Азербайджан, он будет захвачен и он будет разделен. Это мой ответ по поводу грядущей войны в Карабахе. Но не только в Карабахе, мы упомянули Турцию, Грецию. Войны только будут умножаться, и ГОК будет идти только вперед. Хорошо, друзья, в следующем видео мы, может, коснемся Америки, поговорим еще раз. Что я думаю, как я думаю об Америке. Америка тоже падет в свое время, но когда Америка падет, Израиль воскреснет. Как это понимать, Господь позволит, мы поговорим в следующем видео. Благослови Господь, не будем забывать, и дал нам повеление прощать наших врагов. И чтобы не было даже в истории, мы как христиане, мы должны молиться друг за друга. Поэтому помоги нам, Бог, остаться верными и не забывать, что из одной крови Господь Бог создал род человеческий. Как сказано, из одной крови и плоти. И все мы согрешили и лишены славы Божьей. Только в Иисусе восстановление и только в Духе Святом мы действительно можем идти вперед, прославляя Христа. Не смотреть на плоть и кровь, ибо наша вражда не против крови и плоти, не против еврейского языка, но против духов злобы поднебесной. Поэтому помоги нам, Господь, не ужасаться, но подготовиться, наполняться маслом ко всем этим событиям, которые грядут. И я не знаю, сколько осталось. Меня также много спрашивают. И не наше дело знать времена и сроки. Господь дал эти знаки. Мы можем рассуждать об этом. Когда придет Господь, я не знаю. Но, конечно, есть свое личное тоже мнение. Но все же это не 5-7 лет. Никакая седьмина не начиналась, как некоторые, к сожалению, учат. Это не 5-7 лет, это не 30-е года. Также я не думаю, не начало, по крайней мере, не начало 30-х годов. Но это не значит, что жизнь будет вот такая, даже здесь в Америке, мирная, спокойная. Здесь много что будет меняться. То есть перед этим огромным взрывом, конечно, будут разные изменения. И подует, конечно же, сильные ветры. Ну, а по поводу Карабаха, не хочу говорить, но думаю, что в самое ближайшее время, вот Карабаха, я думаю, что в самое ближайшее время, ну, мы посмотрим. По крайней мере, если не в самое ближайшее время, я сказал, что война там будет. И война будет страшная, которая даст толчок всему миру, и которая впоследствии приведет к Третьей мировой войне. Благословение народу Божьему. Оставляйте свои комментарии.
Кто хочет отписаться, пожалуйста, отписывайтесь. Если вы здесь нервничаете на этом канале, отписывайтесь. Если кто хочет подписаться, подписывайтесь. На этом канале проповедуется Евангелие. И хоть мы касаемся этих вопросов, и кто-то скажет политический вопрос, это не политический вопрос, об этом говорит Священное Писание. И, конечно же, подавляющую большую часть мы в служении миссионерском. Это Бог тоже знает. Ну и в этой части мы имеем право, так как Господь дал нам возможность изучать книги Библии, изучать пророчество, рассуждать и молиться об этом, что мы и делаем. Почему? Потому что все, что написано в Библии, то, что происходит сегодня в мире, подтверждается. Опять-таки, мы высказывали свое мнение. Могу ошибаться? Конечно. Я сказал, я был бы очень рад ошибаться. Но если кто-то сказал, и может быть оно так оно есть, просто случайно попался, значит, мы будем видеть. И ничем обрадовать не могу. Но давайте не ужасаться и не паниковать. Да, не могу обрадовать. Мира не будет. Войны будут только умножаться. И даже тогда, когда придет Антихрист к власти и предложит мир и коммунии без границ, мы знаем, чем это все закончится. Но страшно, что столько людей обольстятся и столько людей, которые называют себя верующими. Ну и видим, как разрабатывается искусственный интеллект, неотъемлемая часть системы нового мирового порядка и Антихриста. Хорошо, друзья, благослови Господь. Господь одесную нас. Еще раз повторюсь. Не убоимся никакого зла. Господь грядет, мы поднимем головы, воспрянем и скажем: слава только Богу. Балуши хашем, бецраха, ветеюбары. Пусть Бог благословит. Слава только Богу. Это Евангелие в последнее время. И с вами Игорь. Шалом. Убраха.